夢はスイート夢はスイート Мы вас вылечим. Мы вас вылечим, ребята, без малейшей на то затраты. Мозг влепит платы, а нам в руки все карты. Управление движениями, а впоследствии резкими их торможениями. Итак, доктора, подвергаю обсуждению вопрос актуальный. Вполне не глупый, нормальный. Как достичь нирваны, где находится центр главный, в котором все эти рецепторы вставлены. Нащупай точку в области живота. Здесь сконцентрирована вся твоя энергия. Положительное и отрицательное, но в сущности та и другая очень влиятельная. Смотрю по сторонам, нахожу цель, бью туда пучком своих убойных элементов, собранных из гормонов, зловещих ферментов, нитей, цепей для создания плотных сетей. Удар пришелся прямо в точку, без особых заморочек. Точно. Я смотрю, вам стало сильно интересно. Моя музыка протеста, здесь есть место. И время поиграть словами, бейтесь губами, кулаками. Как хотите, только тихо, я за вами присмотрю. Дай-дай-дай-дай-дай, я угадаю, кто сегодня на татами. Со скалом волчьей пасти, я бросается словами, стрелами, белыми стихами. Популярно объясняю всем, кто искал на жопу приключений. Сегодня их получит, это редкий случай. Чем вампиры ночуешь? А, точно, это восточная почва. Братьям, сестрам, всем родным и близким объявляю, хорош ползать на измене. Грядут большие перемены, как полено. Обрубаюсь с четырех сторон своим топором, ваш гонор. Новый день, мой новый повод импортировать мечты в реальность. Это жадность, это наглость, наше второе счастье. Мы бхаем, курим и пьем, так же, как и весь народ. Братух, притормозите, где-то на я представляю улицу, не самый элитный район города. Был первым, кто играл на нервах, как смычком на скрипке. Дарил улыбки всем без исключения, направо и налево. Моя же стерва. Сперва подумать дважды как минимум, перед тем, как выжить максимум. На улицах все так же тоже. Красные глаза, синие от алкоголя рожи. Шприцы, бутылки, папиросы. Борьба за качество и за клиентов. Среди дилеров холодная война, никто не знает точно, у кого есть шанс выжить 100%. Не думай зарекаться, брат, брать на себя ответственность. Доход в действии тех, кто на улице. Выживай в пределах ареала. Видиктует новые условия жизнь. Жизнь меня не раскидала, направо и налево за горло брала. Не раз уж было, что почти уж задушила. Запятнанной кровью, дерьмом и просто грязью. Пишем тексты, их слышим, смотрим с высоты на дилетантов. Свои мечты и цели держим в секрете. Ощутишь все позже, когда будешь в луже. 2-2-0-3, пришло наше время. С середины 90-х пробирались через тернии. До звезд недолго осталось, самая малость. Любой конкурент будет телепаться сзади. События, времена трепали изменами. Меняли направление течения к рекам забвения. Мы претерпели изменения, но не прогнулись. Под тяжелым бременем жизни не захлебнулись. Трое амигос, феномен среди кризиса, глобального не менее и шоу-бизнеса. Аспектов не придерживались, не втыкали. По ту сторону сознания их оставляли. Криминальный, чем чтиво Тарантино. Наше трио, как бритва, приемна. Голова ваши все, без исключения под ноль. Вот в чем соль, то король здесь надо разобраться. Как рабы лампы, неординарный, оригинальный, неподражаемый. Исходя из сути дела, я хочу сказать, что мне плевать в принципе на то, что думают о нас другие. Ваши слова банальные, бишот максовом белый камер здесь. Запомни эти имена, сын, с кем имеешь честь иметь дело.